Прошла отчетная сессия Совета Шабановского сельского поселения. Глава местной администрации Юрий Баранов отчитался о проделанной работе за 2022 год. Проблемы решались с учетом финансовой ситуации. У самого отдаленного и небольшого поселения такой же незначительный бюджет. Однако в минувшем году дороги грейдировались и отсыпались щебнем. Производилась нарезка кюветов, обрезка деревьев, санитарная уборка территорий и установка новых контейнеров для твердых бытовых отходов. Несмотря на непогоду, жители Шабановского и Тхамахи пришли, чтобы задать интересующие вопросы. Людей волнует отсутствие газоснабжения и напряжение в электрических сетях. Тхамахинцы обеспокоены увольнением местного фельдшера. До сих пор у многих возникают вопросы по поводу начисления счетов за вывоз мусора. В целом, работу главы за минувший 2022 год признали удовлетворительной. Была проделана работа. Может быть, где-то не в полном объеме, может быть, где-то не так качественно, как хотелось бы, может быть, но работа была проделана. Мне очень радостно видеть, что жители участвуют в судьбе своего поселения и участвуют не только из серии о том, что высказывают какие-то вопросы и недовольства, но еще и, вот как с кладбищем только что рассказали, вышли, помогли, что-то сами сделали, навели порядок в том месте, где сами жители живут. Кстати, администрацию поселения в ближайшее время ждет переезд. Прежнее помещение в центре села Шабановское признали аварийным, а в Тхамахе в отсутствие учеников освободилось здание школы, в котором и расположится администрация.